Известно стало, что вблизи от города в лесах бунтовщики, мятежники, имеют наглость сжечь костры, валяться на траве и замышлять недоброе. Отряду нашему приказ проследовать туда, отряд кивнул и следует. Найти злодеев, расплескать, врасплох и повязать, маневры все привычные. И через несколько часов отряд уже кольцом смутьянов жмет в их логове. И горло каждого копье приставлено, и мы считаем до 15. Недолго думая, они смекают, что к чему и что зачем последует. На счете 3 сдаются все, оружие побросав, сдаются все, как милые. Кто плачет, кто кричит, что рад правительству служить, хоть палачом, хоть пытчиком. Кто выкуп выплатить сулит, кто выдать вожаков, но ни стыда, ни гордости. И лишь один сдается так, что всем бы перенять, сдается так, как следует. Лежит мерзавец на траве и, глядя в небеса, свистит мотив бессмысленный. Как будто просто мимо шел, решил передохнуть, прилег и стал насвистывать. Как будто вовсе ни при чем, что, кстати, может быть, никто ж не вник, не выяснил. Недолго думая, отряд смекает, что живым такого брать не следует. И вот копье мое пронзает горло свистуна, всех прочих в плен, и кончено. В пути обратном я свистать пытаюсь, тот мотив да не идет, не вяжется. Оно понятно, сроду я ни слуха не имел, ни музыкальный. Следует.